Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов в рамках реализации проекта «Чистая вода» обсуждали на заседании регионального правительства. Отмечено, что удалось выстроить централизованный подход, однако требуется контроль за сроками сдачи объектов. На строительство 4 объектов выделено более 600 миллионов рублей. На эти средства был построен водопровод, который протянулся от северо-западного района Чебоксар до деревни Чандрово. Продолжается строительство системы водоснабжения и в Порецком районе. Здесь срок завершения – ноябрь текущего года. В плане на следующий год решать проблемы с обеспечением водой в Шамуршинском, Батыревском и Комсомольском районах. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики в микрорайонах жилых районов Солнечный и Новый город, многоквартирных жилых домов по улице Магнитского, город Чебоксар, 9 микрорайона западного жилого района города Новочебоксарска строится 12 объектов инженерной инфраструктуры. Это как сети водоснабжения, водоотведения, газовое и теплоснабжение. На общую сумму 202 миллиона рублей. Конкурсные процедуры проведены и заключены 11 контрактов на сумму 170,4 миллиона рублей. Кроме того, продолжается активная фаза реализации проекта «Оздоровление Волги». Объем финансирования почти 300 миллионов рублей.